Добрый день, уважаемые рудобельцы. Мы, правозащитники Андрей Стрижак, Леонид Судоленко из Гомеля, из правозащитного центра «Весна», приехали сегодня к вам в Рудобелку. Будем здесь еще в течение нескольких часов. С радостью встретимся с вами. И если есть какие-то вопросы в сфере права, то ответим на них и пообщаемся, и познакомимся. Да. Добрый день, рудобельцы. Завтра день прав человека. Что такое права человека, чем право вообще отличается от закона, на эти и другие вопросы мы готовы сегодня с вами разговаривать. В том числе по трудовому праву, по спорам. В том числе и по трудовому праву, социально-экономические вопросы, вопросы труда, вопросы найма на работу. Об этом и не только. Пожалуйста, приходите, задавайте вопросы. Ага. Друзья, если вы не можете прийти, набирайте паука 29 код 355 24 96. Звоните, будем общаться через телефон. Давайте, ждем вас.